Не обнять. Тебя больше не обнять. Тебя больше не обнять. Тебя больше не обнять. Это смерть. Это смерть. Ты убила меня. Но ты не виновата. Вся песня. Мне вообще ничего не дело. Я мертв. Я мертв. Что мне ваши слова? Я знаю, никто не любит меня в моем городе. Ван Гога вообще хотели выгнать из города. Точнее, его выгнали из города. Ван Гога был брат. Тео, посмотри фильм. Как, какие у них были взаимоотношения хорошие. Мой брат не Тео, далеко. Ну и не самый худший, но... Он с той девушкой. Он с той девушкой, с которой мы были знакомы много лет из моего города. Они там вместе живут. Переехали они вместе. Благодаря тому, что я сфоткался с ними. Она узнала о них. Короче, я просто мертв. А дальше будет еще больше, еще хуже. Я почувствовал себя мертвым еще в 2007 году на озере Шира. Какая разница вообще, что я говорил, я мертв. Зачем жить, если никто не любит меня? Моя девушка не любит меня. Они гуляют. Морозками. Мне рассказывала одна, которая знает эту жизнь. Она рассказывала, как парни мстят, бьют девушек. А со мной никто не гуляет, знаешь. Я не курил, не пил, не изменял, не поднимал руки. Это клевета, что я поднимал руки. Это поцелуи были. И меня бросила девушка. Они любят отморозков. Они не любят таких, как я. Меня никто здесь не любит. Я не надеюсь никогда вообще кем-то стать. Но если бы я стал в будущем таким, как Ван Гог, будущее поколение удивилось. Это то же самое, что Ван Гога... Представь Ван Гога, только спокойного, который никому не пристает, и которого все нахуй шлют, все девушки города, всем похуй на него, его пиздят все.
Единственный друг его, блядь, отпиздил, блядь. Прости за мат. Точнее, не, ну да, единственный. Это пиздец. Нет, не пиздец. Какая разница вообще? Я больше не хочу ничего запиздить.